Всем привет! С вами Тепро, и сегодня кроме мода динозавра для Майнкрафта Покедишн. После установки данного мода в нашем мире появились настоящие динозавры, которые вы можете встретить в режиме выживания или заспаунить с помощью режима креатива. Ну что ж, первым нашим динозавром будет такая летучая штучка, при нажатии на которую, к сожалению, выскакивает ошибка мода. Да, надеюсь, это пофиксит, но второй динозавр — это просто огромный динозавр. Еще раз повторюсь, это огромный, просто громадный динозавр, который появляется у нас при нажатии этого яйца. Ну что ж, дальше у нас обычная лошадка, просто обычная лошадка, которая не отличается ничем от обычной лошадки. Что ж, давайте уберем этого большого динозавра, чтобы он нам не мешал. Ну, у нас есть также страус, вот такой страус. Ну ладно, давайте реально уберем этот динозавр, для этого нам придется выключить сложный режим. Все, теперь все нормально, ну, страус, привет. Также в этом моде присутствует ДНК, этот мод, можно сказать, целиком порт с ПК-версии Майнкрафта. ДНК вы можете получить с этих динозавров, да. Для этого вам понадобится специальная капсула, с помощью которой вы будете получать специальные ДНК. Ну, ДНК нужны для просто так, для исследования этих мобов. Также специальная штучка, с помощью которой вы сможете заставить этого динозавра ходить за вами. Ну что ж, при нажатии этой штучкой динозавр ходит за вами, но при повторном нажатии на этого моба ваш динозавр перестает ходить за вами. Да, довольно прикольный мод. И лошадка тоже будет теперь ходить за нами, да. Вот она бежит. Ну, на лошадке мы можем и покататься. Для этого нам понадобится вот такое седло. Я не знаю, что за звуки у нас появились, но у нас появились какие-то странные звуки, которые я ничем не могу объяснить. Что ж, лошадка, надеюсь, ты нас покатаешь. Но я уже хочу слезть, потому что ты мне уже надоела. Что ж, спасибо тебе. Но ходить за нами больше не надо. Нет, все, отстань. Ну ладно. Пусть ходит. Также у нас появляется новое мясо. Вот такое мясо, которое вы можете получить с этих динозавров, как я сказал. А мяса здесь очень много, но, к сожалению, этот мод не добавляет нам оружие. Да, если вы помните, на ПК-версии у нас есть и оружие. Но здесь такого, к сожалению, нет. Ну что ж, это только первая версия мода. Вот. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.